Богдан вернулся с работы. Ой, что у них тут происходит? Вообще соскучились друг по другу. Все, у меня этот мышцы челюсти накачались. Мышцы челюсти? Что ты делаешь? Мы тут с Джеком, ну блин, игрались. Он у нас украл от мандаринок кусочки, кстати. Мандаринки, фу! Мне в рот попало. Мандаринки, кстати, вкусные очень. Джека! Сегодня видео начинаем, когда уже за окном вот темень темная. Вот. Богдан был с утра на работе, что-то засвечено. Богдан был с утра на работе, я проснулась, позавтракала, с Жеком вышла. Что со светом такое? Вот. Итак, домашними делами такими занимались. Сейчас Богдан приехал. Вот, и мы подогреваем кушать. У нас тут остались остатки болоньезы. Варим заново макарошки. Сейчас еще достанем, где-то тут у нас сыра посыпем. Вот. И будем обедать. У меня скоро тренировка, так что надо отдохнуть перед ней. Сейчас уже 15:43. У меня в 6 тренировка, так покушаем, в общем, отдохнем. Я закончила тренировку уже. Помощник мой помогает. Мы тут все делаем. Сейчас переключу камеру. Вот. Помощничек убирает мне все. Кавардак навели, и теперь все это на место поставить. Ага, как будто ничего и не было. Джек сегодня, Богдан говорит, весь всю тренировку хотел. А, Джек, а твой дом двигается. Обалдеть. Ой, такой шум. Джек всю тренировку хотел ко мне выйти, так что подумываю его в следующий раз взять с собой. Пойдешь со мной тренироваться? Да. Кимоно есть, черный кулачок. Кимоно. Но у Джека вон белое кимоно. Покажись, Джекочка. Покажись. У тебя белое кимоно вот тут, да? Черный пояс. Ой, классно как, да? Будешь спортовать? А! Куда хозяин пошел?
Будем тут разгребаться, разбираться, готовить ужин. Будем что-нибудь кушать, а? Сейчас или попозже? Посмотрим сейчас. Попозже. Не хочется. Не хочется? Да. Ну хорошо. В общем, будем разбирать здесь все. У нас тут вечерние посиделки. Играем в плейстуху. Играю в PlayStation. Я уделываю Богдана. Ну да, конечно. Пока мы тут разобрались с теми пультиками. Ну. Играем в какую-то детскую смешную Перед игру. Сном поиграем. С чудиков каких-то. Немножко. Потом пойдем спать. Ай, подожди. Будем отдыхать. Чудики какие-то там. Смешные. Завтра на работу. Ой, я камеру закрыла. Вот один чудик. Вот второй чудик. Кстати, хотим сказать, что... У нас машинка уже все. С какой? Со стиральной? Ну, и со стиральной, и с нашей. В общем, машины нету. В ней много проблем. В общем, не оплачивается нам все делать. Так что мы ее продали, и все. Сейчас пока что без машины. Ну, это не беда. Конец-то моей тактикой стал работать. Ну, тактика. Я хочу попрыгать. Так прыгай. Ну так пододвинься отсюда, отойди. Ну я же попрыгать. Ну все. Что за прикол? Куда ты отходишь? Так я не отхожу, он сам отходит. Ну куда? А я... Не, возьмите! Возьмите меня! А я тогда с первого раза запрыгнула. Шибзики какие-то смешные. Ну, просто во. Во, а понял? Ты не заберешь? Не, как я тебя заберу? А вы тоже так делаете? Кучу бутербродов, чай и идете куда? Правильно, в постельку смотреть фильм. А мы так делаем. Каждый день. Ну, прям каждый день. А мы уже все, ложимся отдыхать. Завтра вставать, чуть-чуть бутербродиков поедим и будем отдыхать. Так что всем спокойной ночи, всем пока-пока.